りが始まる。お姉ちゃん行こう、早くこの村から出ないと。いつき君に会いたい、会わなきゃ。Ну что ж, ребят, всем добрый вечер, добро пожаловать. И мы продолжаем проходить Project Zero 2 или Fatal Frame 2 V-Edition. И впереди у нас 8-я глава. Погнали. Надеюсь, хорошо слышно, видно, и начинаем. Итак. Наша сестра хочет Ицки увидеть. Ну что ж, пошли. Она сзади. Хорошо. Так, хорошо видно и слышно. Это хорошо. Ну, мы близимся к развязке. Что она несет? Оу! Ходячие ноги. Добро пожаловать, No Time to Wait. お姉ちゃん、やい、ごめんなさい。君たちを逃がすことができれば、ムツキは許してくれるのかな。Простит ли Муцуки меня когда-нибудь? Я не могу обратить его в бабочку. Я не могу объединить нас вновь. Я не могу. Буду ли я когда-нибудь прощен? Thank you.
там. Осака и дом Кира. И что-то там еще четвертое. Окей. Понятно, куда нам нужно идти дальше. А твою же ж. Слышал, что деревню скоро посетит Муноката. Наверное, это потому, что я послал ему письмо с просьбой помочь я Исае. Я уверен, что жители деревни будут рады его визиту, так как он станет потенциальным кусаби для темного ритуала. Я не могу позволить, чтобы с ним это случилось. Мне надо сказать ему, чтобы он выбрался отсюда. Как я и думал, три остальных герба спрятаны в домах Киры, Осаки и Цучихары. Вряд ли кто-то решит, что я попытаюсь сбежать уже после ритуала. Думаю, у меня получится собрать все три герба незаметно. Я должен помочь Яиса избежать. Это мой долг. Последний долг. Какая-то собака лает еще тут. Все нормально, ребята?
это пустаку. О, две штуки. Понятно, куда дальше. Так, я сохранюсь. За дети. Они еще поют. Хотят, чтобы я их нашел. Они решили в прятки со мной поиграть, судя по тому, что я... Да. Жуть. Наверх потом пойдем. Сюда нам вроде не нужно. Тем не менее. Ищу все. Очень важно сейчас собрать как можно всяких плюшек. Мне не понадобится для последнего босса. Потому что...
узнаете в конце. Они не хотят исчезать, эти руки. Не хотят. Думаю, более-менее понятно. Они исчезли. Бу! Эй, никто не прыгнул. Салар, у тебя уже лучше работает все на ней. Сфоткать.
Половинчик, тебе кажется. Она так себе. Во всех отношениях. Самому, чтобы полностью ощутить. Половинчик даже пора. Ну, я лично так не считаю.
Камера! За хрень? Тут что-то есть еще. Я не могу это просто так взять и оставить.
Блин. Я не успел сфоткать пацана. Прошу прощения за маты. Случайно вышло. Сами понимаете. Иногда я вижу странные вещи. Людей, бродящих за окнами. Они ходят с горящими факелами и поют. Думаю, они кого-то ищут. Однако не похоже, что им нужен Мацуми. Кажется, где-то вдали проходит фестиваль. Я слышу, как кто-то поет грустную песню. Говорят, что деревня исчезла во время проведения ритуала. Видимо, этот день здесь. Видимо, этот день здесь повторяется снова и снова до бесконечности. Чувствия. Давайте сохранимся. Да, я так и думал.
отмечаем за победу над призраками и очков. О, требуется одно спиритическое. Фигня, если честно. Не так же много там увеличивает вроде бы. Это бабушка какая-то была, ну да, наняшка, наверное, была, когда ей было 18. Мы вроде бы закончили. В это место нам нужно в следующее. В дом Киры, Кири, как он называется. Ладно, посмотрим потом. Сюда нам даже отметили. Через другой вход. Со звуком, ребят, нормально. Хотя, я думаю, сказали бы мне, если что. Я слышу какие-то звуки. Thank you.
Ты где? Ты куда ты пошла? Эй, сестра! Иди сюда. А то опять потеряю. Что-то она жестко тупит. Я уже. Thank you.
Это была одна, но разделена на две части.何があってもずっと一緒だから。うん、ずっと約束だよね。Будем вместе, не пусть. Доденемся. Пишем. Что-то, что-то еще есть. Я же сказал. Кону мацри. Куриха джинжа но каге мацри. Яку итта ё не. あのお祭りの人混みの中でミオと離れてしまった。ミオが遠くへ行ってしまう。追いかけても追いかけても。あの時から私は この村から出たらまたお祭りに行こう。行こう、お姉ちゃん。Если бы не зашли сюда, мы бы это не увидели. Я думаю, все поняли, что это влияет на концовку.
сюда не надо. Нам сюда не надо, конечно, но почему-то я хочу пойти сюда. Возможно, мы ничего не найдем, а возможно, мы что-то найдем. Я же сказал. よくここで遊んだよね。 お姉ちゃん? ここももうすぐなくなっちゃうんだよね。 もう少しで この村から出られるんだよ。 そう、 2人で逃げるの。 約束したよね。 少しここにいよう。 お姉ちゃん、もう行こうね。 Это мило, но почему-то крипово. Происходит. Кто-то поет. Скорее всего, это как раз новые сцены, что добавили в этом ремейке, переиздании. Потому что я тоже не помню ничего подобного. Сказал, я вообще смутно помню уже игру и концовку только ясно помню, которую получал. Давайте исследовать всю деревню от края до края, потому что, возможно, еще такие сценки есть. Я уверен, что они влияют на концовки. Все равно не пускает во всех домах.
давно. Вместе с консолью.足が痛いよ。Блин, еще этого не хватало.
ничего сменил. Ничего я не менял, что с тобой. Опасно совать руки в такие вещи. Салат. Блин. Не знаю, забылся.
Нет, сонар уже пробовал. Не один раз. Блин. Церемония в деревне тесно связана с идеей близнецов, но похоже, что до них не дошло, не дошел указ о том, что старшим считается тот, кто первый вышел на свет. Все верно. Местные жрецы смеялись надо мной, когда я рассказал им об указе. Они сказали, что их традиции всегда были такими и никогда не изменятся. Да. Старший тот, кто родился последний.
Надеюсь, она не исчезнет, пока я отойду на секунду. Ой, не в той дуры. В дыру зашел. Thank you.
наверное, загрузился бы, ну ладно уже. По идее, мне сейчас нужно вернуться обратно, но я сначала осмотрюсь. Кто знает, что может случиться. Thank you.
интересно. お姉ちゃん、ミオを許しな。何があってもミオのこと許すから。だってもうすぐ帰れるから。Ну что ж, ребят, конец 8 главы. Продолжение следует. Осталась лишь 9-я, финальная глава. Увидимся!